Курск-сити. 20 лет работаем для вас. В Курской области прошли совместные рейды представителей регионального МЧС и специалистов Курск Энерго, в ходе которых был организован воздушный мониторинг с помощью дрона. В Горшеченском и Касторинском муниципалитетах одна из самых пожароопасных обстановок. Так, последний район по числу пожаров – лидер антирейтинга. Несколько часов беспилотник с высоты полкилометра исследовал обширную территорию. В случае обнаружения возгораний к месту ЧП отправляются сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону и зачастую привлекают нарушителей к ответственности. Это проведено обследование территории нескольких сельских советов, возгораний, палов сухой травы не обнаружено. С начала пожароопасного периода специалистами беспилотной авиации Главного управления осуществлено 20 выездов. В ходе выездов обнаружено 40 очагов возгораний. Ежедневно на патруль выходят порядка 16 групп. В ходе рейдов по районам спасателями проводится и профилактическая работа с привлечением представителей администрации и старших населенных пунктов. Курск-сити. 20 лет работаем для вас.